Евросоюз меняет шенгенские правила въезда и выезда. В Европарламенте сообщили, что система требует обновления из-за вопросов, связанных с безопасностью и увеличением количества приезжающих. Предусматривается внесение в базу данных информации о гражданах стран, которые не входят в Евросоюз. Материалы будут храниться 3 года, а в случае нарушений 5 лет. Новшества вступят в силу в 2020 году.